правда существует, друзья. И к тому же, вот просмотры на YouTube взять. Они правдивые, я в этом уверен. Потому что YouTube — это такая самая очищающаяся система, ну, как влагалище. Ну, короче, в общем-то, YouTube невыгодно самому обманывать, вот в плане подписчиков, в плане просмотров. Ну, я думаю, что там существует некая, какой-то налет определенный какого-то махинации игры. Есть немножко, слегка есть. То есть я это ощущаю. Но это не существенно, это не принципиально. То есть это делается только, я думаю, на благо, чтобы, как говорится, подстегнуть к чему-то тех, кто снимает, блогеров. В общем, какой-то им сигнал подать. Потому что универсальная инструкция, она, само собой, в таком глобальном измерении, как YouTube, это невозможно. То есть тут YouTube, он как жизнь. Каждый сам постигает его законы. В Ватикане прошел мелкий дождичек, Папа Римский пошел по грибы.